have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! И мы в Роблоксе, вы не поверите, но это Роблокс. О, здравствуйте. На всеобщей волне Дума в Роблоксе появилась такая вот штука. Блин, ну в обычном том деле я особо поговорю с вами в файтах. Короче, смотрите, ребят, естественно, название режима будет в описании. Собственно, сам режим вы сейчас можете посмотреть. Кто-то догадался запилить в Роблоксе. Как там говорится, если на девайсе запустить Doom, то там будет считаться полноценным компьютером. Там уже на часах запускали Doom, на этой, на тач-строке запускали Doom, на чем только не запускали. А? Зачем? Оу! Ох ты ж! Я не хочу нажимать на B, Doom играется вот так. Опа, я что-то подобрал, ну, кстати, можно подключить. А, у меня 149. Пустите! Летучие глаза. Так, стоп, ребят. Бензопила. Ну, даже не знаю, сейчас посмотрим. Ну что ж, мы просто немножечко откалибровали... А, пардоните, откалибровали звук, потому что... ну как раз Doom славится тем, что это довольно громкая игра на тяжелой музыке. Так, у нас начинается 13-я волна. Кстати, вчера, когда мы заходили потестить этот режимчик, абсолютно... Ау. Нет, меня мои же турельки бьют, если честно. Абсолютно случайно мы зашли, и тут у кого-то уже была 168-я волна, я не знаю, по-моему, эту оборону можно держать бесконечно. Респауны тут реально бесконечные, и, ну, от монстров удается отбиться. А какой демон, черт. Фраулеры. Нет, не фраулеры. Нет, меня сейчас убьют. Ай, блин. Знаете, ребят, одна из вещей, которая мне нравится в Думе 2020 года. О, кто-то Airstrike отправил. Одна из вещей, которая мне нравится в Думе 2020 года, в этом современном, что его каким-то невероятным образом скрестили с Animal Crossing. Вы посмотрите, сейчас весь интернет завален роликами про... Ай, блин. Про Doom Guy, который находится в мире Animal Crossing. Ну, потому что это самое... дружелюбная, миролюбивая игра, а Doom одна из самых таких кровавых и крутых хардкорных жестоких игр. Смешать это было просто гениальной идеей, по-моему, все, кто это сделали. А, это... Doom! Doom! Вот, так вот, ребят, смотрите, это мы сейчас зашли... О, блин, что делаешь, чувак? Это мы сейчас зашли в ТОП, где нужно отстаивать базу. Тут есть также режим синглплеера, режим мультиплеера на Deathmatch. Тут, короче, много чего есть. Есть мини-игры.
Есть также, да, мини-игры. Это демон. Кешка, как кешка. Вот. Так, такая прикольная штучка, побегать, поноситься, просто позависать с противником. Покрошить демонов немножечко. Вернуться к истокам. Я тебя кулаками забью, тварина. Блин, манку пустил. Так. Так, все, я уже пошел. Сейчас еще крутинки разорвем на мире. Что со мной? О, патрошки пришли. Хорошо. Блин, забила. Круто. О, красиво сейчас ракета прилетела, блин. Тут, по-моему, гренов тут нету, кстати, по-моему. Ну, то есть, по привычке нового Дума, когда на тебя летит этот Пукадемон, ему нужно гренки запустить. Вот, но здесь все оригинальные монстры из первого Дума. О, призрачные пинки. Сдохни, манки. У меня мало жизни осталось. Да, не забывай. Нет! Пинки аж до базы такой, включай, офигели что ли? Мясо кусок. О, бронька. Кто мы? Не знаю. Так. Призрачного я завалил. Блинку. Надо отбегать. Ага, 13 жизней. Нет времени бежать. Не, ребят, не знаю. Да, это все старое и все дела, но... это прикольно. Череп, отстань. Это прикольно. Это прикольно. Здесь просто весело. Вот весь вот этот шаг, который здесь происходит, это просто... Вот, кстати, и то, что мне еще нравится, здесь сохранили динамику. Здесь тоже нужно бегать, прыгать, уворачиваться. Выпустите меня, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Как дело? Вот тут уже страйком пальнул. Блин, это что, Таулера убьет? Да. Ну, на кассе-то не понял. Эрстрайк. Что происходит? О, ракеточки пошли. Ох, как... Блин, в смысле ты не умер после ракеты? О. Меня Airstrike убил. Какой Airstrike? Я же столько
сколько монстров убил, находясь в их домике. Они все шли за мной, я с тобой... Спаункемпишь? Ну, тебя чё? Ну, чё, чё? Файт. До свидания. Ой! Шка. Чёртов. Эрстрайк очень неожиданно появляется. О, а, кто меня выдохнул? Тупая дверь! О, я им туда прямо в домик сочинил ракету. Бесполезно, правда, но... Это значит, что я так в домик. Кстати, да, ребят, раз уж мы тут про Doom говорим и все дела, вчера я видел несколько роликов, ну, то есть, как бы, Doom-то мы и так сейчас проходим на канале, и я буду с вами честен, я не играл во все части, вы это знаете, и чтобы немножечко получше узнать историю, я пошел в интернете узнавать про историю вот этот Doom-гай, который у нас из первого Doom-а, это он же Slayer, который перевели как Палач Рока, не знаю. Кто-то думал, что перевели как Палач Рока. Вот, и многие интернет-аналитики, будем так называть этих людей, сходятся в том, что да, это тот же самый парень из первого, второго Дума, из Дума 64, из Дума 16 года. И очень четко прослеживается, блин, меня прибили, очень четко прослеживается эволюция. Вот, очень советую немножко покопаться в истории. Вот. Ну, у них, ну, это вселенная, несмотря на то, что это Doom, это мясо, кровище, все дела. Очень, блин, да хорош! Очень красиво склеена история, очень как бы, ровно все сделано. И, ну, это не то, чтобы она полностью без погрешностей. Нельзя, нельзя писать историю на протяжении 30 лет и делать ее дешевле, так скажем. Вот, но все складывается в довольно интересную картину. Ссылочки, ссылочки. Хорошо. А лопнуть не хочешь, например? Опа, спасибо. Куда ты закрылся, блин? Тут как раз волна сейчас начнется. Откройте дверь. Так, у меня что есть? Пистолет, винтовка, тропа. Страйк. Блин, мама просто сдохнет. Я как раз думал, надо отойти полечить. Фух, все, запащено. Ну, кстати, да, и сверху денежки, уж не знаю, на что их тратить, вот пока что... 22-я волна. Ну, они тут, по сути, бесконечные, так что... Просто зайти пофаниться. Я убил своего тиммейта! Молодец. Ну, посмотри, взрывы такие, как, например, ракеты и всякое такое, они имеют массовый эффект, они и тебя могут убить. Волна артиллерии. Да. Давай,
еще лучше. Для человека, который криво стреляет, согласен. О, у меня еще плазма появилась. Остался один выстрел из плазмы в пушке, ну вернее уже не осталось. Смотри, глаз попади! И опять же, современный Doom, что 16-го года, что 20-го года, приучил меня к тому, что к своему противнику нужно подойти вплотную, чтобы прям почувствовать его свободное дыхание, когда ты получишь вознаграждение в виде хилочек, патрончиков и всякого такого. Но это такой очень прикольный геймплей, которого нету в других играх. Другие игры тебя учат тому, не суйся, отсиживайся в убежище, тогда ты пройдешь, тогда все с тобой будет хорошо. Doom говорит: чувак, убежищ не существует, просто иди порви всех. Блин, зачем ты меня затолкал сюда? О, плазма опять, хорошо. Выпусти тебя. Кому дверь откройте или что? Я прошу просто нас без врага. Четвертая волна. Привет, Пинки. Ой, 13 хп. Кого? Зачем? Плохо этот в уголке их тоже сжимал. Ну, в смысле, они меня, конечно, в уголке зажали, но я их подстреливал. Получилось довольно неплохо. Я только всех убиваю, тут какая-то мелочь просто берет и меня потихоньку дамажит, а я ее не вижу. В смысле, а в другую сторону тоже можно выйти? Я не знал. А зачем? Что там делать? Какой-то бассейн. Ладно, ребятки, тогда давайте на вот этом вот бассейне мы сегодня с вами и закончим. Вот наш Doom Guy, пехотинец. Такая кусочек ностальгии сегодня получился. Я рад, что мы нашли это местечко. Советую вам тоже подойти немножечко, поколбаситься, походить. Тут есть что делать, интересно. Довольно неплохая физика. Ну, насколько это может быть. Вот. На этом у нас сегодня пока все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, побра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.